Привет! Если ты прогрессивный бас-гитарист, который хочет подчеркнуть концепцию своей игры и сформировать индивидуальный звук, то это видео для тебя. Потому что сегодня мы делаем видео-обзор бас-гитарного преампа, с помощью которого ты сможешь прозвучать на концертах, в студии и даже на репетициях. Речь пойдет о преампе B-Max от фирмы BBE. B-Max – это высококачественный басовый предусилитель-процессор, предназначенный для работы как в студиях, так и на живых выступлениях. B-Max обладает теплотой звучания, динамическим диапазоном, четкостью и атакой, которыми могут похвастаться только лучшие из ламповых предусилителей. С помощью B-Max мы не зависим от технических условий концертной площадки. Для формирования собственного звука на борту мы имеем. На передней панели мы имеем два входа для инструментов с активной и пассивной электроникой, включение режима Bright, трехполосный эквалайзер с параметрической серединой, оптокомпрессор и Sonic Maximizer 4-го поколения. На задней панели разрыв для включения дополнительного процессора эффекта, выход на оконечный усилитель, балансный выход в пульт, ground lift и два входа для управления эффектами компрессора и максимайзера. Послушаем сухой звук бас-гитары через D-Box. А теперь сформированный мной звук с помощью преампа, взятый со встроенного D-Box на задней панели. Как вы видите, формируя звук бас-гитары, мы обошлись без огромного количества дорогостоящего оборудования, а при помощи всего одного бюджетного прибора мы достигли хорошего результата. Этот компактный преамп, который занимает всего один рэковый юнит, мы можем иметь всегда под рукой и использовать при любых обстоятельствах. С вами был Никита Рубченко, до скорых встреч!